последним. И я уверен, что эти две особы не хотят, чтобы я всадил в тебя пулю. Так что давайте без глупостей. Энни, дай сюда дипломат. Ну же! Я делаю это только ради Бена. Я знал, что ты готова на все ради него, Энни. А теперь я оставлю вас, милые дамы, наедине с предметом вашего обожания. Бен, не надо! Женева, Швейцария. У вас очень легкий багаж, сэр, и все такое новое. Да, все новехонькое. Новые чемоданы, новая жизнь. Нет, нет, я сам с этим разберусь. Вот, держи. Я бы хотел, чтобы меня никто не беспокоил. Все понятно, сэр. Спасибо. Желаю вам хорошо провести время, сэр. Все получилось. Мне все удалось. Я вырвался из ада и оказался в раю. Да-да, самый лучший. Женева, Швейцария. Не важно, сколько это будет стоить, принесите мне это. Хорошо, через 5 минут договорились. Так, посмотрим, что у нас здесь. Я просто обожаю бриллианты. Еще мне очень нравятся рубины, изумруды. Наконец-то мы остались с вами наедине, мои драгоценные друзья. Идите. Идите к папе. Нет. Нет. Только не это. Какой же я идиот. Кретин. Ведь они подменили драгоценности прямо у меня на глазах. Теперь мне конец. Я думал, что начал новую жизнь. Но в результате остался ни с чем. Что ж, я получил по заслугам. Это мне в наказание за то, что я сделал с Полой. Свидетельство о рождении. Дата рождения 27 января 1975 года, полного рожденного мужской. Родители новорожденного Элейн Стивенс и Армандо де Шанель младший. Значит, у Пола Стивенс есть брат. Но какое отношение имел к этому Дел Дуглас? И неужели действительно я убил его?